Здравствуйте! Доброе утро, добрый вечер. Ну, в общем, в зависимости от того, где живете, там и подходящее слово выбирайте для себя. Сегодня сделаем то, что вы делаете всегда. Вы делаете всегда утром и вечером и днем, и готовите его по 5 раз в сутки, и все соседи с ума сходят, просят, приготовьте еще. Я о фаршированных кабачках. Я расскажу свои нюансы, а вы сопоставите, сходятся ли они с вашими или нет. Значит, во-первых, чтобы лодочка стояла, нужно вот такие отрезать, как бы это правильно сказать-то, ступеньку. Как в ролике, помните? Если грибочек не стоит, что его нужно делать? Правильно, подрезать. Так и кабачок. Если кабачок не слушается, будем его подравнивать. Ну-ка, о, шикардос. Короче, делаем вот так. О, фэншуй, полный фэншуй. Когда образовался полный фэншуй, значит, нам нужно взять в ложечку какую-нибудь, такую, знаете, ложку. У меня, кстати, почему-то за долгие годы не появилась нуазет-ложка такая. Почему? Я ей редко пользуюсь. Так было бы прям раз. Берем ложечку с острым краем и вынимаем серединку. Семенную часть, как говорят повара. Семенную часть нужно удалить, а то она раскисает, дает много воды и все прочее. Скажите, дома вот кто-нибудь так делает? Удаляет семенную часть, чтобы кабачки давали меньше воды? Да хрен там. Ой, в смысле, это тоже, это же не матершинное слово, да, можно так говорить. Никто так не делает. Все это бредни ацидофила. Есть, кстати, такая группа, рок-группа, бредни ацидофила. Я всегда удивлялся, надо же было так назвать группу. Бредни ацидофила, ё-моё. Причем я, значит, погуглил, думаю, что такое ацидофил. Ацидофилин есть такой молочный продукт с бифидобактериями. А самого понятия ацидофил нету. Каково же было мое удивление, что такого понятия нету. Короче, вычищаем. Не знаю, еще 5 минут надо вычищать. Как только у вас лодочки оказались чистые, здесь, соответственно, донышко. Всю трухню, которую мы из серединки выбрали, все это отправлю на суп. Не переживайте, сюда мне этого не надо. Так вот, лодочки мы на противень чуть-чуть водички наливаем. Ну, просто у меня в чайнике была вода. Я ее и налил. Нам нужно что? Слегка их подготовить, слегка приготовить. Ставим на 10 минут. Ну, там 180 градусов. Нам нужно чуть-чуть, так сказать, прогреть их. Вода их пропарит, чтобы они не сохли. А мы быстренько завершаем. Значит, за это время, пока там все стоит, нужно приготовить начинку. Большинство моих знакомых как делают? Делают массу некую, фаршируют и запекают там по 30-40 минут. Так теоретически тоже можно. Там вода стекает, фарш уменьшается, такая лодка и так далее. Значит, смотрите, что я предлагаю и что нравится мне больше. Нам нужна реакция Майяра. Вкусная начинка – это жареная начинка, ну, а не вареная. Там происходит процесс запекания, там она не жарится, а по сути варится. Лучок у меня молодой, с огорода. Кубиком нарезаем. Кубиком нарезаем. У меня здесь мелко-мелко нарублено 1,5 окорочка. Вот видите, я даже кости оставил. Вот это голень и бедро, а это только голень. Это тоже на суп. Потом, значит, я это все оприходую. Отправляем 1,5 окорочка жариться. Сразу же вместе с курицей сюда отправляем лук. Все стебелечки все режем, нельзя ничего оставлять, потому что все съедобное. Сразу лаврушечку, 2 штуки, сюда бац, остатки лука, бац, значит, курицу раздвинули, пусть жарится. Не, пока не помешиваем. Томат. Томат у меня самый настоящий домашний. Повара вот такие томаты, вкусные, настоящие, не покупают. Почему? Потому что они быстро портятся, это раз. А во-вторых, очень много отхода. Для ресторана важно. Маленькая попочка, чтобы минимум было чего отрезать. А это неудобно. Поэтому, когда он начинает портиться, разрезаем вместе порчи. Отрезаем. Оп, вот так вот. Все, это все мусор. Вот это все мусор. Не ковыряйте место порчи, не пытайтесь его вырезать. Разрежьте пополам, потом срежьте края. То же самое, значит, когда у вас вот эта вот часть
Попку срезаете, это перекладываете. Оп, чтобы не вырезать дырку, не мять томат. Не у всех острые ножи. Иногда приходится ковырять тупым ножом. Томат превращается в мясо. Курица жарится. Соль добавляем. Масло пока я не добавлял. О! Ну, красиво получается и без масла. Так, а масло было у меня где-то? Да, вот оно. Чуточку добавляем. Можно, конечно, и без масла. Знаете, диетическая там всякая еда. Но когда вы пробовали жарить мясо без масла, когда вам говорят, типа, на этой сковородке можно жарить без масла, у меня возникает вопрос, зачем? Типа, масло вредно, туда-сюда. Друзья, попробуйте взять кусок мяса, пожарить его без масла и пожарить с маслом. И почувствуете разницу. Что тут придумывают? А те, кто на диете, сорян, как бы вы попали в ситуацию, когда вам вкусная пища, ну, как бы запрещена, да? Так, по логике. Масло усиливает температуру, увлажняет место соприкосновения и не дает в какой-то момент гореть. Без масла горит на раскаленной сковороде быстрее, чем с маслом. Парадокс, но это так и есть. Мои личные многолетние наблюдения. Соль я добавил, перец не добавил. Перец добавили. Нет, вот свежий, конечно, лавровый лист, который добавляешь в еду, совершенно по-другому. Совершенно по-другому дает аромат. Большой зубчик чеснока нужно раздавить и добавить сюда мелко рубленый, так сказать, но давайте сначала перемешаем томаты. Томат, лук, обрат. Так, кабачата у нас жареные уже. Достаем их. Ну, они у нас не жареные, они у нас слегка, так сказать, подваренные, да? О! Слегка подваренные, горячие. Все, значит, по плану. Теперь домашняя сметана. Раз и два. Пару ложек сметаны. Щепотку сахара. Одну щепотку, больше не надо. Все перемешиваем. Даем пару минут, буквально пару минут, пока тушится. Надо сырок натереть. Любой там сыр какой-нибудь берите. Вообще не важно какой, вообще. Вы помните, да, чем жирнее сыр, тем он лучше плавится. Так, пора уже выключать, все нормально. Обязательно перед тем, как раскладывать начинку по лодочкам, надо попробовать. Потрясающе. Потрясающе. Конечно же, добавим сюда соли. Добавим сюда перцы. Добавим сюда чеснока. Чили перца. Чуть-чуть. Приправки по вкусу. Можно каплю зиры. Можно чуть молотого кориандра. Мускатного орешка чуть-чуть. Вот теперь нормалек. Аромат пошел. Все, супер, полноценный. Лаврушку выкидываем. Она нам не нужна в самих кабачках. Если вы хотите кому-нибудь сделать сюрприз, то тогда кладите лаврушку на самый низ, закладывайте сверху красиво, чтобы гости не знали, что там сюрприз. Можно еще добавить туда 5-копеечную монету вниз. Помните раньше этот дурацкий пельмень с 5-рублевой монетой, типа «Привет, стоматолог!» Все, зуб на куски. Так и здесь. Хотите сделать приятное вашему стоматологу? Заверните ему 5-рублевую монету в пельмень. Все, теперь аккуратно выкладываем это вот сюда. Это теперь вкусно. Жареная курочка, тушеная со сметанкой. Что может быть вкуснее? К разным роликам читаю комментарии перманентно. Ну, то есть, так как комментариев очень много, значит, вчера читал прям забавные комментарии к ролику про яичницу с сырым желтком. Ну, красиво получается, очень сытно, вкусно, модно, молодежно, классно. Я прям люблю этот рецепт. Очень много просмотров, очень шикарный отзыв.
получается у многих, и все таки говорят, блин, какой прикольный рецепт. Как бы все вроде хорошо, но обязательно найдется какой-нибудь человек в Новый год в коричневом костюме. В костюме какашка. Вот он стоит в углу и воняет. Стоит и воняет. Вчера такой, ну я читаю прям 40 комментариев. Кто-то пишет, да если такую яичницу делать, там и на работу не успеешь. 40 комментариев. Чувак, встань пораньше. Чувак, рассчитай время. Подготом один прям написал вот такой лист. Со вчерашнего дня, с вечера обжариваешь хлеб, и он у тебя готовый обжаренный. Огурчики наслайсировал, подсыпал солью, с утра они будут малосольные. И прям весь расклад. Чувак, тебе инструкцию дали. Я ржал вчера, я говорю, блин, спасибо, ребята, кто, ну, у кого адекватно работает восприятие реальности, я прям так вчера поржал. Класс. Эх, все, распределяем. Смотрим, чтобы тут все вошло, да. Если курочки чуть больше, значит, делаем царь горы. Если курочки чуть меньше, не переживаем. Это же кабачок. Он, так сказать, возьмет в себя любое количество курочки. Очень хорошо. Теперь засыпаем все это сыром. Раз, два, три. Какой-то жирный кабачок вот этот. Много в него входит всего. 4, 5. Все, много сыра, не мало. Супер. Супер. Вот, добавили, я что-то переживал, думаю, а сейчас начинки что-то маловато. Нормально тут все будет. Часть упала, правда, вниз. Ну, я знаете, как делаю? Когда прижаривается к противню, я потом, если оно не сгорело, я потом отковыриваю, оно такая твердая, упругая масса. Все, быстренько ставим сюда. Минут 10, там больше не надо. Наверное, даже чуть меньше. Давайте я сейчас буду смотреть. Ну, опять же, у кого... У меня печь, я ее называю чудо-печь, потому что она такие чудеса творит, что я даже не ожидаю. Но скоро к нам уже едет печь. Скоро будет новая печь. И как только появится новая печь, я очень хочу первым рецептом сделать хлеб. Надеваем грязные рукавички. Достаем. Вот. Вот оно. Счастье. Счастье. Кабачковое. Так. Так. И третий. Вот так. Вот оно. Смотрите, о чем я говорю. Берете, отдираете. Получаются чипсы. Супер. Стебелечки укропа. Только стебелечки. Берем. Красиво посыпаем. О, вот так вот. Стебелечков аромат в 100 раз ярче, чем от укропа. Никакой ботвы. И еще хруст от них свеженький. Такой на зубах будет. Классный. Ну, можете и листочками укропа порезать. Например, мои все знакомые всегда в шоке. Говорят, ты че... Ботву надо было выкинуть. Ты ее режешь. Я говорю, ты попробуй. Он потом пробует. Говорю, как, говорит, вкусно. Давайте сразу. Все равно у меня много кабачков. Видите? Так, смотрим, что у нас получилось в разрезе. Разрезаем. О! Смотрите, как сочно вытекает. Вы прекрасно знаете, что кабачок можно есть сырым. У меня даже есть салат из сырого кабачка. Поэтому не старайтесь кабачок запечь до талого, до каши. 15 минут на высокой температуре, верхушку схватили, все, дальше не надо. Горячий, дорогой. Оставляйте кабачок чуть-чуть альденте. Если все не доедите, на завтра разогреете, и у вас кабачок чуть-чуть дойдет еще, да? А если он будет в кашу, то при разогреве вы уже будете есть так без вкуса, без удовольствия. Поэтому чуть-чуть оставляйте его на такой грани. Все остальное очень просто. Цену не считал, не знаю.
Ну, вы видели, там 1,5 карачка, 2 кабачка. 2 кабачка 70 рублей стоили. Килограмм по 90, да? А на рынке килограмм сегодня, я смотрел, был 250. Я говорю, офигели, что ли? Значит, это килограмм кабачков. 2 курицы 130. А, меньше. 100. Значит, 170. 20, 190. Сыр бэушный. Хорошо, 200. Ну, то есть, вот где-то 300 рублей. Раз, два, три, четыре. 4 куска. На двоих человек вот так обожраться. Примерно в районе 200 рублей, наверное, должно быть. Ну, примерно, да. Соль мы там не считаем особо. Томат. Значит, 200 рублей килограмм. 100 грамм 20 рублей. 200 грамм 40 рублей. Ну, чуть больше 200 рублей. До 250 рублей получается где-то по 120, по 130 рублей на человека получается порция. Что, бюджетный, вкусный вариант. Это сейчас сезон. Зимой кабачки будут стоить дороже, летом дешевле. Самое народное, самое вкусное, я бы даже сказал, полезное блюдо. Но я это слово не буду говорить, потому что не хочу по лезвию ножа. А то сейчас вы обязательно там, профессора. Полезное, это когда не жареное, или когда там вот это все в воде тут лежит. Я к тому, что приятного аппетита, наслаждайтесь едой. И стремитесь к тому, чтобы ваш стол всегда был изобилен и вкусным. Пока.